Обновившийся храм Успения Пресвятой Богородицы освятил епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома. Чин освящения принято проводить не только в новых храмах, но и в восстановленных после поругания. Освящение ознаменовалось крестным ходом вокруг храма. История церкви Успения Пресвятой Богородицы насчитывает более 500 лет. Первые упоминания о деревянном храме в районе села Траханеево можно найти в писцовых книгах за 1498 год. С тех пор здание несколько раз перестраивали. С наступлением революции церковь разграбили и разместили в ней литейные мастерские. Только лишь в 1996-м ее вновь передали верующим. А в 97-м началась масштабная реставрация. Полностью завершить ее удалось только в 2021 году. Пусть Господь нас всех укрепляет. Пусть Господь нам дарует эту твердыню, и на этой твердыне пусть Господь нам поможет как можно дольше стоять. Церковные стены теперь украшают лики святых, а свод расписан библейскими сюжетами. Нам очень радостно приходить в храм, который в таком красивом состоянии находится. Еще у нас была роспись храма в прошлом году, тоже очень красиво, нам очень нравится. Храм приобрел такой торжественный вид. Администрация округа помогла отреставрировать храм Успения Пресвятой Богородицы. В благодарность за помощь Сергиево-Посадская епархия вручила главе округа Дмитрию Волошину грамоту.